Мурзилки. 20 лет. Лайв. Мурзилки лайв. Все новое, хорошо забытое, старое. И, конечно же, сейчас наш спич про молочку. Все дорожает, и молочка подорожает. Ты заметил, добрый друг, дорожает все вокруг. Но с чего, простите, вдруг молочка? Цены разные растут, вверх проценты прут и прут. Но при чем, скажите, тут молочка? И где предел, и где итог? Кефирчик, ряженка, творог, молочка. Теперь без молочка, да и коров, да и бычка, решай вопрос, молочка. Срочно цены опусти, и точка. Как нам справиться с рывком, да без каши с молоком? Громко стукнул кулаком, молочка. И где пределы?